Нога в капкане. Примерно так переводится название болезни подагра. Во время приступов люди испытывают такую боль, что просто хочется выть. И врачи утверждают, в последние годы подагра возникает все чаще. С чем это связано, мы решили разобраться. Что провоцирует развитие подагры? Почему она стала появляться у молодых людей? Кому особенно грозит подагра? Как защититься от этой болезни? И что делать, если начался приступ боли?